Развитие сети библиотек и библиотечного дела в целом можно с уверенностью отнести к задачам государственного масштаба. Чем больше в стране вдумчивых читателей, тем радужнее ее перспективы. А воспитывается такая читательская элита всего в двух местах – в семье и в библиотеке. Для того, чтобы поддерживать у людей интерес к книгам, библиотекам нужно постоянно идти в ногу со временем. Региональный проект по модернизации библиотечной сети является одним из наиболее приоритетных. Он состоит из нескольких этапов, и это не только внешний вид библиотеки, это и наполнение, работа, это и кадры. Уже прошли много семинаров для работников библиотечных, в том числе и Одинцовский район тоже принимал участие, и предстоит еще много сделать, потому что каждая библиотека, в том числе Одинцовская, должна реализовать новые проекты, которые ранее не реализовывались. Все для того, чтобы жителям было интересно, чтобы жители приходили в библиотеки. Очень благодарна главе Одинцовского района, который в рабочем совещании примет участие со своей администрацией, поскольку эти проекты, они действительно важны и они влияют непосредственно на качество жизни населения. У каждого из этапов проекта перезагрузки есть конкретные сроки исполнения. Уже в этом году 10 пилотных библиотек должны полностью изменить сложившуюся систему работы. Среди главных задач – попытка уйти от простой книговыдачи, наполнив читальные залы элитарной атмосферой интеллектуального клуба. Впрочем, многие одинцовские библиотеки уже не первый год самостоятельно двигаются именно в этом направлении. Родился проект «Перезагрузка библиотек» по личному поручению губернатора Андреевича Воробьева. И он состоит не только в том, чтобы показать, что библиотека может быть красивой, вновь отремонтированной, оборудованной, но и то, что она может оказывать интересные услуги, быть центром жизни для любого поселения, для любого города. Главная цель проекта – как можно полнее раскрыть потенциал каждой библиотеки региона, а их в Московской области более 1000. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».